38 здесь. Имам, давай туда. Куда идти? Туда? 38. Идем туда. Они у тебя пошли уже. Вот,
всем. Написали, наверное? 44 там, по-моему, да? А где это? Это где у него? Мурат, не Мурат? Всем 700.
один. Так, если с рождения, она же у тебя не выживет до конца. Тебе сколько лет? Сейчас 14 лет. 14 лет уже свидетельство у тебя. Уже паспорт будет получать. Да, поэтому обращаюсь. Сейчас у тебя скачевано. Последовательский район. Там 44, да? Там, да? Вот там тоже. Там? А, в том углу. Норма. 38, 2 года. Свои. Махачкала? Абла. Махачкала? Абла. Так.
Родителей. Сам напиши наверху. Смотри, я его записал. Ага. Расписку принесешь, я уже... А где нужен звонок? А? Дома. Дома, да? Секретарю зайди, он тебе подскажет. Вот стал 37 900. Сумадинский район, там. Спилак, Рудахенчик? Нормас, 7700. Оригинал говорит на паспорт зал, скажи, там очень школьная справка есть, и сейчас Чумадинский район.
норма. То, что ты
Откуда он? Сейчас я принесу. Ануар! Ануар! Кто это? Да. Если он мешок, блядь, нужно залезть быстрее, взвеситься, отжиться. Платников же дочь, что где-то надо. Нет, платников надо было залезть туда. Не, я понял. Не, он до этого же тоже сдали, здесь же не все бесплатно. Раби, начало по сколько? 11. Следующий. Норма. Подожди, подожди, не спеши, запиши. Переход нет, все так, да? Зачем пиши, пропустил все, ничего, ушел, следующий. Норма. Магомед, откуда ты? Тренер Магомед где? Магомед Хасан. А где расписка? Расписка где его? Что можно бороться от Атлетики? Он же 11-го года. А я понимаю. Нет, вот такой принесет. Я понял, я сейчас. Рамис! Рамис! Сейчас я напишу, он сказал мне написать. Сейчас смотри, я вопросительный ставлю. Я никуда не ставлю, я занесу. Это оставь. Я же ему показываю. Я сейчас напишу, принесу, ради приедет. Давай. Минус поставь, взвешенный минус. Принеси справку. Как не ставить? Ты справку понеси. Слушай, да. 10. Расписка нужна, все. Все, минус поставь, понесет, он будет бороться. И все, проблем нет, ушла. Это же не проблема же. Видишь, человек понес. 11 год. Напиши вон там наверху, понеси сюда и все поставь. Фамилия тренера. Нормально. Одел. Взвесился, да? Да. А здесь у него другие покушали написано. Шейхов, Шейх, ты знаешь. Ну, Шейх, все пишут, как они. Да. Никто не может писать. Ахмедович очень зависит. Ислам, ты его отметил этого Хасана ученика? Минус вас.
Пушка. На отметке кружок, что взвесился. Он взвесился сам. Взвесился все. Кружок поставь и минус сделай. Да. 100 килограмм дай. Куда? Куда? Куда, да? 100 килограмм. 100 килограмм. Вот он, папка, давай, книга сюда. Все норма. Магомед, откуда он? Спартак? Да, да. Аджиев, да? Да, да. Там это норма? Есть? Норма. Какие тяжелые настишки, но ты сделал? Зимний, папа. Зимний. Румовский район, да? Ручки нету, да? Ручка, Румовский район. Там, там вот. Румовский район. Эва, шумы. Ой, шумы, давай. Это все норма. Посмотрим, Магомед. Вот. Да, да. Вот и вот. Вообще документы на помещение. Вот и список. Они приехали? По финалу приедут, да? Да, на будущее. Кизилюр? Да, Кизилюр. Фамилия что-то нету. Фамилия тренера. Да, нет, Гентина Магомедов. ГЗ. Давай, иди кушать. Этот, сам. Следующий. Мы там с Олегом. Давай, остановись. Салик. Я чем Салик? Ну, опущено было здесь. Сейчас мы начнем. Дальше не забудь дать ему. Норма. Следующий список. Давай, давай, давай. Женя, самый малый. Где ты с Алексеем? Время это не ждет. Это что? Подожди, подожди, Слав. Слав. Свои документы не дай. Все. Это где? Тренер. А вот я как-то. Пацан еще раз оплатил. Салик. Посмотри, что. Где он? Здесь есть тренер. Ты отец его? Вот такая расписка нужна. Расписка вот такая нужна. Чтобы позволяет ему бороться на самом деле. Не-не-не. Я не могу за участок. Иди вот там напиши. Тебе вот это деньги дал еще раз? Ну, зачем с него взял? Он же Магомед Гаджиев Салик, он же бесплатный. Ты с него деньги взял? Тебе расписку написали? Деньги дал? Вот деньги, да, он дал, да. Один дал. Сейчас дам, сейчас. Не заметили, может, как-то, или что же? Расписку где надо? Он наверху. Он наверху. Наверху.
Вот я ему деньги даже должен. А я думаю, что у тебя лишний один человек получился? Да, да, я по этим путям, я думаю, у тебя лишний. Да. Все, давайте. Следующий. Вот он парень. Парень скажет, что пришел с запада. Да, да, да. Вот лет. Все, да, альбус. Да, да, да. Давай, мы что-то затягиваем, давай. Синий пошел. Даже ты не известно. Махачкала, Амар. 37 900 норма. Пошел, следующий вес. 37 норма. Сейчас еще двое предложим. Загонщик, да? Что делают? Это кто? Это твои документы?
Бегидов Рамазан. Да? Отлив? Да. На городе боролся только. Мальчик, а там он тоже самый был, знаешь? 100 грамм лишнего, лишнего билета. Что сделать? Хачкала? А? 80. А что, 80? Это не мой, я его даже знать не знаю. Не, я как оставил, люди поправили. Я вас не могу, конечно, ничего. Я не решаю. Я вам ничего не решаю, да. Это просто. Все нормы сделали, все должны сделать. Я-то запишу, мне какая разница. Главный судья, сколько он записывает. Вот. Да, еще раз. Где он? Бывает такое, что на других лесах вещи показывают. Если на этих четырех лесах норма покажет, может же. Есть, вон там есть, вон там есть. Фамилия как? Лишний у него, лишний. 400 грамм у него лишний. Там на выезде с того... Сюда едешь, а ты... А ты сюда едешь. Начало в 11, да? Да, да. А. Фамилия. Все норма значит, если норма там. Дай все стать. Ты его как взвешиваешь? Вот 400 грамм лишний. Он не записывает, да? У него лишний 400 грамм. 400 грамм, да. Я понял, нет, что... Нет, я не записываю его, на. Я думал, что это надо, вот этого мальчика 80 грамм. Или ты подумаешь? Нет, нет, нет. Давай, иди, гоняй весь. Правило есть. Иди на ту веселье, остальное не мучайте детей. Иди туда. У тебя сколько лишних? Саид. А, нет, нет, там она 40-50 грамм. Он платил. Я уже... Ты зачитай туда, там написано же, блядь, что ты на туре улице из Доворовского. Саги, маг... ты кто там стоит? Это документ? А, да. Сагид Магомедов, да, это да, тренер. Пасник. Да. Что, закрываем, все? А 110? Взвесили они? 110. 110, они там взвесили. 10, да. Ну, давай, давай, закрывай. 38. Все. Я и не шал. Я маленький человек здесь, брат. Я такие вещи решаю, чтобы его записать. Я Есть? Да.
тебя возьмем, то... Я сейчас остываюсь, иду, я не знаю. Я записывал. Смотри, он главный судья. Он, Иван Паша. Не, он в шапке стоит. Нет, нет. Это официальный старт, брат. Я не могу это сделать. Зачем? Я-то не хочу записать. Потом вопросы будут тебе, брат, а ко мне никто не скажет, почему-то. Нет, смотри, брат, ты говоришь, как будет так. Примерно говоря, он пойдет скажет своему другу. Друг, я примерно говорю, он другу скажет, друг другому скажет, и вот так пошло. Смотри, он на трех весах есть, проверь. 150? 20 нам не попросили. Может, это ждем, поставим, чтобы я ушел.